сожалению, наши коммунальные службы, и это действительно так, не справляются с вывозом мусора. Его очень много накопилось в нашем городе. И мы хотим вот этой частичкой нашей акции сделать наш город чуть-чуть чище. К нам пришли официальные лица, и с большим удовольствием я приглашаю на нашу поляну Марину Анатольевну Федоткину под ваши аплодисменты! Дорогие ребята, огромное вам спасибо, что откликнулись на идею навести порядок в своем городе. Это не для кого-то, это мы делаем для себя. И мы надеемся, что сегодня каждый из нас умеет внести свой вклад в то, чтобы город наш был чище, благоприятнее, благополучнее. А в следующий раз приходите с друзьями, приводите родителей, и вместе мы сможем сделать многое. Спасибо вам огромное. Добрый путь. Спасибо огромное, что поддержали инициативу. И удачи всем в конкурсах. Итак, команда из 4 человек, которая займет первое место, получит денежный приз в размере 5000 рублей. 5000 рублей. А что за дырки? Ну, это не то, что порвано, это не разложение. Это мысль. На форме. Особая на я вам дам. Ну, ладно, на 8 баллов.
можете эту табличку повесить там, где вы считаете, людям надо напомнить, что природа – это твой дом, и вы мусор в нем. Скажите, что понравилось? Собирать мусор. Понравилось? Находить всякие интересные вещи. А ты какую вещь нашла? Ну, мы нашли зеркало, розы. Розы? Живые? Не живые, искусственные. Еще мы нашли ботинки, одеяло и джинсы. Так, ботинки, одеяло и джинсы. Это в каком вы доме побывали-то? Не в доме, а в лесу. А, в лесу? Понятно. Так, кто кастрюлю нашел? Идем, подойди ко мне. Скажи, я нашла кастрюлю. Я нашла кастрюлю. А что в кастрюле было? Ничего. Пустая кастрюля. Вот парень, который все время около меня ходил туда-сюда. Меня Павел зовут, тебя? Олег. Олег, Олежек. Оператора тоже Олег зовут. Так что улыбайся, это людям нравится. Скажи, что ты нашел такого необычного? Я нашел полотенце, потом мусор. Полотенце, мусор и еще? Шампура, зеркало от автомобиля, потом елочную игрушку, шарик. Стеклянный? Да. Стеклянный шарик, елочные игрушки в лесу. Браво, это артефакт. Ты что нашел? Масляный фильтр. Какой фильтр? А от какого автомобиля? Не знаю. Что еще артефакт нашел? Идемте, девчонки, к нам. Мы еще нашли аккумулятор от машины. Какой большой, маленький? Большой. А такой, не знаю, какой большой, маленький. Еле дотащили. Понятно. Ты что нашла? Мы с Настей ходили по лесу, к речке подходили, я нашла там тапок. Тапок как называется? Сигнализация от машины. Трубу железную, килограмм 80. Так, трубу железную килограмм 80? 80 килограмм труба, примерно. А это примерно, то есть вы не вешали, да? Не вешали. Ясно, а скажите, вот вы бампер нашли от какой машины? Лада. Итак, артефакты, кто еще? Кто? Да. Черных шлепанцев мужских. А почему именно мужских? Потому что они черные. А, потому что они черные? А скажи, пожалуйста, а женские шлепанцы какого цвета? Цветные? Точно? Да. У тебя мама в таких ходит? Да. Мы собрали диван наш. Вы собрали диван или разобрали его? Или украли? Нашли. А нашли железяку, метровую. На что похоже железяка? Ржавый. На ржавчину похоже. Нашли пару варежек. Может, это свои варежки или перчат, нет? Нашли мячик, правда дрявый, ладно. Ну, поиграть успели, да? Что ты нашел? Кастрюлю, батарейки. Много батареек-то? Две. Да, кроссовки нашли. Здорово, привет. Меня Павел зовут, тебя. Кирилл. Кирюх, я вижу, что это там... Ты смотри, он сколько баллов нашел. Не я один, все. Не ты один, все. Как твоя команда номер? Седьмая. Седьмая? Отлично. Что нашел интересного? Чемодан, бивку от машины, топливный насос от «Жигуля». Ну, я знаю в вашей команде Роман, да? Да, он спец по авто, я знаю это. Что еще интересного? Артефакты какие-нибудь, что-нибудь еще? Ну, пленку старую нашли. Пленку старую от чего? Ну, я не знаю. Палатка называется, а не пленка. Ну-ка, Роман, идем сюда, давай. Давай, поясни, ты у нас звезда экрана, мы знаем об этом. Итак, ну, ты у нас... Да, это мое уважение, респект, уважуха. Так от чего? Что было? Чего было? А что нашли-то? Нашли много чего интересного особенно. А чего особенно интересного было? Батареек много. Батареек много нашли. Штук 40. Ну, штук 30 где-то. Сколько?
30 с чем-то. Около 40. Около 40 батареек в лесу. Маленькие, какие размеры? Разные, круглые. Размеры разные были. А ты знаешь, какие размеры у батареек были? Пальчиковые. А какие еще? Мизинчиковые. Мизинчиковые. Понятно все. Вот. Окей, Роман, дома поговорим. Ну что же, так, кто у нас еще? Я нашел надувную лодку. Так мы с тобой на рыбалочку поедем. Да, она дырявая, нет? Дырявая. Не поедем. Окей, что еще нашел? Колесо от КамАЗа. А как ты узнал, что это колесо от КамАЗа? Ну, он большое такое, там много дырок. Ну, может, это колесо от БелАЗа? А ты что говоришь, от КамАЗа, а теперь от БелАЗ. Ты определись, Соколик. Не знаю. Понятно, все с тобой. Ладно, окей, я тоже не спец в автомобилях. Будем разыгрывать призы от Chicken House. Итак, какая самая большая птица в мире? Итак, подойди ко мне, пожалуйста. И самая большая в мире птица? Страус. Приз, окей. Какая птица носит фамилию известного русского писателя? Идем сюда, красавица. Идем, моя хорошая. Гоголь. Молодец! Пластиковая косточка от Chicken House. Итак, птица-гадалка. Кукушка. Кукушка. Молодец, первый был. Тебе приз. Из нее выводятся головастики. Лягушка. Нет. Рыба. Лягушка. Нет. Рыба. Нет. Пьяка. Нет. Жаба. Нет. Ой, идем сюда, любительница икры, тебе пластиковая икринка. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? Ящерица. А что такое феникс? Нет. Змея. Нет. Подходи ко мне. Бабочка. Правильно, это бабочка. И тебе... Бабочка от Chicken House. Какую рыбу зовут речным санитаром? Щука! Щука! Действительно, это щука! 12-е место, команда номер 27. Итак, сертификат от товарища Демидова ИП. Это магазин игрушки! 11-е место, команда номер 33. Книги на 500 рублей вы можете купить. Удачно. 10-е место, команда номер 20. Итак, от клуба Трити вам посещение дискотеки в количестве 4 человек бесплатно. 9-е место, команда номер 18. Также в кафе «Клуб Тринити». Ждем вас посещение дискотеки в количестве 4 человек. Где у нас команда? Давай. У нас есть детские праздники, и сейчас я вам покажу эту афишку. Вот детский день. Действительно, это ваш день, абсолютно бесплатно, пожалуйста, пользуйтесь. 8-е место, дискотека, команда номер 1, первая команда. Где у нас? Где-то рядом была. Вам тоже. Команда 23, 7-е место. Где 23-я команда? Знаете, что вы будете делать в ближайшее время? Купаться в бассейне бесплатно! Посещение бассейна. 30-я команда! 6-е место, 30-е. Знаете, что вы делать будете в ближайшее время? Посещать бассейн абсолютно бесплатно! Все 4 человека! Йоу! 37-я команда занимает 5-е место, если не ошибаюсь. Где у нас команда? Это вы? Вы знаете, я буду 5-м. Пойду с вами в бассейн. Вам сертификат. Окей, поздравляем вас. Итак, 4-е место занимает 14-я команда. Итак, у нас, судя по всему, книги и игрушки. Да, вам 4 сертификата, каждому по 500 рублей. Выбирайте там, сами распределитесь.
Третье место — команда номер 2. Итак, каждому из вас подарочный сертификат от сети Bistro Chicken House на посещение ресторана на сумму 500 рублей каждому. 21-я команда, второе место. Итак, тверская компания «Секретарь Скрепкин» дарит вам сертификат на 1000 рублей. Можете каждому. Друзья, лидер, абсолютный лидер, команда номер 7. Итак, друзья, вы получаете на четверых подарочный сертификат от сети «Бистро Чикен Хаус» на посещение ресторана на сумму 2000 рублей. Итак, на всех. И я прошу подойти руководителя команды. Лариса Геннадьевна, 5000 рублей даем мы вам, и вы приобретете нашим победителям то, что вы захотите им приобрести. Итак, 5000 рублей уходит победителю. Спасибо! Йоу! Команда, молодцы!